Наталью Файденко в детской школе искусств Куянова знают все. Преподаватель работает здесь с 1999 года. За это время выпустила не одну сотню воспитанников отделения живописи. Она находит общий язык одинаково хорошо и с подростками, и малышами. Накануне Дня матери вместе с детсадовцами Наталья Леонидовна рисовала свою маму. У меня, слава богу, еще жива мама. 88 лет. Поэтому она в Нефтекамске живет. Вот. Поэтому у меня я и счастливая дочь. Счастливая дочь. Мама у меня, конечно, женщина героическая. У меня единственная дочь. Она закончила математический факультет БГУ. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. Работает преподавателем математики и информатики. Вот. Я счастливая бабушка. Внуку мне 5 лет. Наталья Леонидовна является выпускницей Нефтекамской художественной школы. Ее учителем был Юрий Туник. Затем девушка с легкостью поступила в Удмуртский государственный университет на художественно-графический факультет. Кстати, выпускники Натальи Леонидовны выбирают высшие учебные заведения по направлению своего преподавателя, возвращаются на практику и даже на работу в Куяново и Николо-Березовку. Выпускники нашей школы тоже многие получили специализированное образование и в Уфе, и в Бирске. Сейчас вот на данный момент у нас в Москве одна девочка учится из Куяновской художественной школы в Казани. Сейчас я практически на пенсии, но Гульнара Хасимовна не отпускает. И пока силы есть, хочется работать. Работа любимая. Наталья Леонидовна считает себя счастливой женщиной. Она воспитала дочь, помогает растить внука и до сих пор является любимой дочерью. Сегодня она также востребована в школе. Ее советов просят молодые специалисты и благодарят за подготовку лауреатов организаторы различных конкурсов. Учитель высшей категории смотрит в будущее уверенно. В планах Натальи Файденко подготовить не один десяток профессиональных художников.